инфоцентре уже работает наша съемочная группа. Здравствуй, Катя. Все ли готово к работе журналистов? Доброе утро, Катерина. Участки открылись буквально несколько минут назад, как и инфоцентр. Пока здесь осваиваются журналисты. Но уже через 2 часа состоится большая пресс-конференция от Центризбиркома и будут новые данные о том, сколько белорусов проголосовало. Пока по итогам 4 дней свой выбор сделал каждый 4-й избиратель. Это хорошая цифра. За ходом голосования следят больше 35 тысяч наблюдателей. Часть из них будет находиться здесь, в инфоцентре, и мы надеемся на то, что с ними у нас будут небольшие интересные диалоги. Ну а освещать код кампании будут больше 700 журналистов, много съемочных групп. Мы, например, будем выходить в эфир каждый час. Пока каких-то сведений о нарушении хода голосования либо критика в адрес работы комиссии не поступало. И мы поэтому здесь ждем открытия инфоцентра, открытия пресс-конференции и новых данных о итогах голосования в основной день.